Всем привет, с вами снова я, Николай Шаламов, и вы смотрите рубрику «Обучение калямингу». На этот раз разберем один из моих любимых трюков, и это русская рулетка. Сразу скажу, этот трюк является сложно-координационным, и для того, чтобы его сделать, потребуется очень много сил и тренировок. Если вы не видели туториал на Lazy Mount, обязательно посмотрите его, потому что это первая часть русской рулетки. Второй же частью является контактное боковое вращение, а именно кувырок через поясницу. Техника данного переката напоминает боковое сальто, так что если вы его умеете, проблем с этим трюком не возникнет. Самым удобным тренажером для понимания техники вращения этого элемента будет что-нибудь мягкое и невысокое. В моем случае это диван. Из сидячего положения, слегка наклонившись вперед, задайте вращение рукой под ноги. Тем самым вы сделаете переворот на пояснице и придете к исходному сидячему положению. Важным моментом является положение рук. Для начала мы помогаем себе ими прокручиваться. И теперь, после понимания вращения этого элемента, мы переходим на слэклайн. Для того, чтобы сделать этот трюк на линии, необходимо задать инерцию за счет лейзи маунта. В момент захода на лейзи маунт необходимо слегка подвытянуть переднюю ногу в сторону. Далее, за счет передней руки, задаем вращение на поясницу. В момент переката, рукой которой мы задавали вращение, необходимо ухватиться за линию и, опираясь, продолжить перекат. Для ровного и плавного захода на вращение потребуется много сил и времени, поскольку линия постоянно будет скидывать вас. Для того, чтобы удержаться на линии и закончить переворот, необходимо научиться грамотно распределять вес тела над линией в каждом положении. Резкость захода, скорость вращения, натяжка линии и настрой также влияют на результат. Плюс ко всему, нужно поймать вращательный момент и держаться до последнего на линии. Каждый раз перед попыткой представляйте у себя в голове, как вы делаете этот трюк. Вера в свои силы – главный путь к успеху. Если вы не верите в этот трюк, то вы его точно не приземлите. Спасибо за внимание. Калямбинг массы. Slack Life.